Всем привет, с вами Артений, магазин Tukamp и видеообзор столика для лодок ПВХ с держателем для эхолота и держателем для спиннинга под углом 90 градусов. Данный столик у нас выполнен из влагостойкой фанеры, все торцы пропитаны акватексом, то есть влагоотталкивающей пропиткой. Панель у нас служит для фиксации основания монитора эхолота. То есть при необходимости вы можете совершенно спокойно открутить два барашка и эту панель вместе с основанием для вашего эхолота забрать домой. Вот. Сам столик у нас крепится на систему крепления электрос. То есть это то крепление, которое позволяет сиденья лодки передвигаться вдоль борта. Если у вас таких сидений нету, при необходимости вы можете в нашем интернет-магазине заказать электрос и приклеить его на лодку и использовать данные модели столиков на своей лодке. Размеры столика у нас, смотрим, 23 сантиметра, ширина у нас 145 миллиметров и высота у нас получается 13 сантиметров. Столики поставляются в разобранном виде, то есть для сборки в комплектации идут 4 самореза, которые вам нужно просто вкрутить в уже заранее предусмотренное отверстие. Крестовая отвертка вам для этого понадобится. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, покупайте столики, рыбачьте с комфортом, рекомендую.